Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет классный обзор двухкомнатной квартиры, где очень много идей хозяйка придумала сама. Поехали! Итак, друзья, в этой квартире мы практически все работы выполняли под ключ, да, и поставляли сюда же и материалы. Вот, чуть попозже об этом расскажу. Начнем мы с прихожей. По данной квартире стены мы выравнивали, стены у нас подготовились под обои. Обои у нас приятно синего такого цвета. Вот. Также у нас поменялась входная дверь. Кстати, по проекту у нас 99% готовности, но есть еще мелкие недочеты, о них в процессе. Поменяли входную дверь, да, здесь же на полотно входной двери приклеено зеркало для того, чтобы вы могли выйти или уйти, когда будете уходить, здесь прихорошиться. Очень классная идея, вот, когда не особо много места, вот это прям выигрышный вариант. Дверь у нас классная установлена, снаружи покажем снаружи дверь, да, потом покажем снаружи дверь. Вот, точно так же выводили отдельное видео домофон. Данную функцию считаю очень полезной даже в квартире, вот, потому что домофон у нас обладает функцией записи движения, и вы всегда будете знать, кто к вам приходил, даже если у вас нет дома. Точно так же вы дистанционно сможете просмотреть либо ответить на вызов. Поэтому видеодомофон нужно ставить не только в частном доме, но и в квартире. Рекомендую. Поскольку входная дверь у нас менялась, и лучшим решением после замены входной двери откосы не делать под покраску, а делать доборы в цвет полотна двери, либо межкомнатных дверей. Это лучшее решение, лучший вариант на данный момент. Так что берите себе на вооружение. Здесь у нас будут доборы для входной двери, да, и наличник. Дальше идем по электрике. Электрика здесь у нас делалась, да, и что интересно, клиентка сама подбирала розетки и выключатели, и в данном случае у нас выключатель от фирмы Levalo. Это у нас Китай, мы уже давно с ними имеем дело, да, очень классные, сенсорные. Вот, когда свет выключен, то индикатор горит синим, когда он включен, то индикатор горит у нас красным. Их есть очень различное множество, информации черпайте в интернете. Вот. У нас большая прихожая, здесь еще будет располагаться у нас мебель, а вот за спиной моего оператора, сейчас мы поменяемся, у нас будет гостиная, это первая комната. Поехали. Итак, друзья, в прихожей у нас кварценил монопольное покрытие, да, или тут комната, тут нет кварценил. Настя, у нас в коридоре кварценил? Что? У нас же в коридоре кварценил, да? Короче, в коридоре у нас здесь кварценил, да, в прихожей, поскольку зона у нас мокрая, вот, в комнаты у нас уходит ламинат. Как всегда, у нас идеальный стык, да, стык между двух напольных покрытий, вот, сделан он, стык этот, силиконом, для того, чтобы деформацию осуществлять, то есть силикон, он эластичный материал, вот, поэтому, опять же, всегда силикон, никаких фуг, даже если это у нас будет плитка, обязательно силикон. Вот. Дверей в комнату у нас не будет, здесь у нас, как я уже говорил, и для входной двери, и для межкомнаты их можно использовать доборы и наличие. Вот. Тоже очень классное решение. Комната у нас здесь большая. Кстати, потолки у нас натяжные, да, везде по квартире. Вот. И большой светильник. Еще что прикольного было реализовано в этой квартире, это то, что я умею делать вот так. Видите? Да-да. Не сработало. О! Это я уже это видел. Классная штука, которую мы резали в данном кафе, это, например, я умею делать вот так. Либо же вот так. И точно так же по щелчку она распечатывается. И вот. Вот так. Я думаю, очень классная идея. И точно так же, допустим, могу выключать свет, допустим, по барной стойке. Оп, видите? Оп. Волшебные пальчики у меня. Ну все, не дури, показывай путь тебе. Класс. Итак, друзья, по гостиной у нас еще будут небольшие манипуляции, да, то есть здесь будет зона разделения
доедет у нас мебельная гарнитура, где будет реализовано у нас небольшое рабочее место, и, соответственно, комната поделится на две части для отдыха и для частичной работы. То есть мы проект покажем сейчас этого решения, которое у нас будет. Там сейчас, короче, где-то здесь вот появится у нас картинка, как это будет. И вот совсем скоро уже мебель у нас доедет. У нас большие окна, не было возможности нам сбить вот этот вот нижний подоконник, соответственно, как всегда, решение было его красивенько отделать. Вот. Наружный угол использовали мы уголочек, да, для отделки, не запилили никак под 45 и так далее, потому что смотрится это красиво, но в данном случае не совсем практично. Поэтому уголочек отделали в цвет стен, вот, и тем самым реализовали вот это корректное примыкание. Вот. По таким окнам французским можно посидеть здесь, почилить, попить чайку, вот, посмотреть в окошко. И достаточно много они будут света. Единственный минус, что если пакеты у нас будут здесь плохие, да, допустим, то теплопотери будут у нас через них идти серьезно. Но при этом есть у нас батарея, да, которая максимально комфортно создает температуру в данном помещении. Еще единственное не очень хорошее решение в данном моменте, это то, что выход из батареи у нас, да, сейчас покажу, уходит у нас из пола. Вот. Вывод у нас батареи из пола, лучше такие вещи всегда переделать из стены. В данном картинке было реализовано именно так. Вот, ну и от застройщика мы уже этот момент не переделывали. Вот. Здесь поставятся заглушечки, но видите, у нас ламинатик здесь приходится резать, чтобы как-то его туда вставить. Итак, друзья, за этой дверью нас ждет волшебная комната. Это у нас спальня с гардеробом. Итак, друзья, это наша полноценная спальня, да, со своей здоровенной гардеробной. То есть очень правильное было решение отделить в комнате, сделать свою отдельную гардеробную. Смотрите, мы собрали перегородочки из гипсокартона, да, поклеили все в обои, вот, и получилась у нас громадная своя гардеробная с большими системами хранения, там полками и так далее, с отдельной, видите, вот у нас пальто висит, где можно повесить и верхнюю одежду, да, короче, тут все что угодно можно делать. И в дальнейшем еще здесь у нас будет гладильная досочка опускаться, да, то есть розеточка есть. Вот. Короче, вот такое решение, мне прям очень нравится, прям в двухкомнатной квартире иметь здоровенную свою отдельную гардеробную, это прям must have какой-то, блин, вот, прям класс. Вот. Короче, фасадиков здесь у нас, вероятно, не будет. Вот. Ну, комната будет у нас отдельно закрываться дверью. Ну, вот, так что я не буду здесь двери. Нет, здесь не будет двери. Здесь не будет, здесь будет порталчик. Порталчик вот сюда вот. Вот. Короче, вот так. Класс. И смотрите, мы попадаем в спальню дальше. Для того, чтобы в спальню попасть, нам мы делаем шаг. Два. И вам. И спальня. Да. О, вот такое спальное место. Два человека, офигительно комфортно. Да. Очень классное было решение, задумка реализовать именно вот так. Мы делаем это впервые в своих проектах, да. То есть, ну, таких вещей мы еще, я не помню, что мы делали. Вот, что именно на подиуме, на таком делали спальное место. На всю длину окна у нас в подоконник. Да, там, кстати, в подоконнике розеточки. Мамс выезжает, да? Вот, то есть, если новогодняя иллюминация, телефон, что-то там еще зарядить. Сюда. Вот. Большое окошко. Можно сразу же посидеть, посмотреть на улицу, что там происходит. Ну, прям тоже класс. Прям мне нравится. Ну, вот. Кто-то может сказать, что, типа, мало места. Нужна система для хранения. Ребят, все продумано. Все продумано за вас. Оп. Система для хранения.
Сюда даже я влажу в одну ячейку. А их тут 4. То есть у нас только можно много всего с чего спрятать. Даже меня можно всего спрятать, если захотеть. Прямо закрыться можно. Да? Это раз. Это раз. А вот здесь же еще у нас есть свои системы хранения. Выдвижная одна. Причем, смотрите, какая она длинная. О, видали? Это раз. Это два. И что, вам мало места будет? Давай найдите сюда, что положить для ночи. Прям очень круто, прям мне очень нравится, когда в квартире ограниченное пространство, замутить вот такую вот штукенцию. Класс. С этой стороны у нас две розеточки, только с одной стороны двойная, вот для того, чтобы, ну, поскольку в квартире пока живет один человек, я думаю, этого более чем достаточно. Потолок у нас опять же натяжной. Люстра, кстати, люстра имеет регулировку, как всегда, освещения. Да, то есть там температура освещения и так далее ярче, тусклее. Короче, вот такая вот у нас классная спальня. Ну, говорю, я от спальни и от гардеробной прям в этой квартире в восторге. Прям класс решение было, просто идеально не придумаешь. Да? Да. Забыл. Многие хейтеры, кстати, люблю вас, хейтеры. Многие хейтеры скажут, бляха-муха, где ваш радиатор отопления? Где? Где? Есть, ребятки, все есть. Все есть у нас. Мэпс. Вот наш радиатор отопления. Во! Во! Радиатор отопления. Решеточка вся врезается. Конвекция происходит. Воздух циркулирует. И все круто. Во! Хейтеры, люблю вас. Итак, друзья, совсем забыл рассказать вам про межкомнатные двери. Да, межкомнатные двери у нас в таком сером цвете, имитация дерева с черной фурнитурой. Кстати, также можете брать данное решение вооружение, потому что когда фурнитура на контрасте, очень красиво это все дело смотрится. Да? Вот. Петли у нас скрытые, двери в ванну и в туалет с заверткой. Наш сенсор включает. Итак, друзья, наша ванная комната, и основное ключевое пожелание у клиента было это не ванная, чтобы стояла, а полноценная душевая кабина. Думали мы, как ее реализовать, и пришли в итоге к тому, что у нас будет небольшой подиум, на котором будет стоять душевой поддон, и все это дело в стекле. Да? У нас дверца полноценно, она открывается на всю длину, да, ее, вот, и свободно можно туда зайти. Даже крупному человеку здесь довольно-таки достаточно места для того, чтобы помыться. Хоть вдоль, хоть вперед. Даже, кстати, вдвоем можно. Вот вдвоем реально можно. Кстати, сантехник, как всегда, наша тривиальная. Италия по фоне стоит. Смеситель у нас двухрежимный, с переключением на лейку и на тропический душ. Тропический душ, кстати, у нас квадратный, 30 сантиметров в диаметре он у нас, да? Вот, и с силиконовыми форсуночками. Про силиконовые форсунки расскажу вам позже, кто до сих пор не в теме. Ручная душ, леечка, да, то есть помыться, обмыться, все красиво. Сантехника у нас вся в хроме. Полотенцесушитель переносили далеко от стояка, да, но при этом все четненько, все греет, все будет удобно в пользовании. Да, да, круто. Все греет. Аж оттуда. Вели вот сюда полотенцесушитель. И, кстати, я уже говорил, да, про подиум. Вот у нас есть небольшой подиум, который сделан из плитки. Вот. Он нужен был нам для того, что у нас далековато отходит канализация. Вот, соответственно, для того, чтобы обеспечить правильный уклон для стока воды, нужно было сделать подиум. Вот, подиум стоит, акриловый душевой поддон. Получилась у нас полноценная душевая кабина. Вот. И еще одно классное решение. Это захочется. У нас, поскольку ванная очень компактная, да? Ванная у нас очень компактная. Вот. У нас стоит стиральная машина. Да? Стиральная машинка. Вот. А на стиралке у нас стоит умывальник. Вот.
классно, да, когда вот очень мало места, причем я теперь взгляд, ну, чуть-чуть идеально, еще долго. Вот, когда очень мало места, то идеально, когда над стиральной машиной будет располагаться у вас по умолчанию. Есть вот такой вот камешек, покажу, как это все устроено внутри. То есть по задней части у нас стоит сифон, да, со сливным отверстием. И производитель придумал так, что декоративно эта вся вещь закрывается у нас красиво. Здесь у нас маленькая щелка, получается, когда стекается вода. Вот. Так что все классно и красиво. Также у нас есть зеркало, да. Зеркало у нас с сенсором. С подсветочкой включается. Выключается. И за зеркалом у нас небольшая система для хранения различных баночек. Короче, моющих наших средств. Есть у нас розеточка вот здесь, с этой стороны. Здесь мы почему-то не делали. Не знаю почему, видно по желанию заказчика. Вот. Обычно, кстати, у нас присутствует вот здесь вот всегда розеточка. В мокрой зоне, но вот здесь у нас с защитой от влаги стоит розеточка. А вот такая вот компактная продуктивная ванная комната. Итак, друзья, двигаемся в наш санузел. Итак, санузел у нас компактный, да, как обычно, в принципе, в настройке в любой. Вот, здесь предусмотрено у нас была инсталляция с подвесным унитазом и гигиенический душ для того, чтобы было бы удобно и помыть унитаз, и в какой-то степени обмыть себя. Вот, над инсталляцией, как обычно, у нас шкаф. Стояк канализационный мы виброзвукой изолировали. Накопительный водонагреватель у нас на случай того, если воду вдруг у нас горячую отключат. Стоят, естественно, колбы для очистки воды и несколько, получилось, небольших полочек, да, для того, чтобы можно было хранить там какие-то моющие средства. Друзья, двигаемся в кухню. И что примечательно у нас первое в кухне, это наша входная дверь в кухню. Клиент сам позаботился о том, чтобы она была необычная. Это так называемая дверь-книга, которую, вот видите, вот по центру здесь есть отверстие. Мы это пальчик вставляем руками, и она вот так вот в сторону сдвигается у нас. Очень классное решение тем, что занимает очень, в принципе, мало места. То есть у вас не торчит полотно на всю длину, вот вдоль стены, а только вот там. По кухне у нас барная стоечка, да, три человека спокойно, три больше может здесь присесться. Три с одной стороны, даже два с другой, еще пять может реально присесть, наверное. Вот. Над барной стоечкой у нас располагается красивый светильничек, да. Потолки точно так же у нас натяжные с точным освещением. Вот. Кухню изготавливали также наши партнеры по мебели. Получилось довольно-таки красиво. Кстати, пишите нам комментарии, как вам вообще вот, такое исполнение по кухне, сочетание цветов и так далее, будет нам очень интересно. Вот. И что еще примечательно, то, что клиентка здесь сама занималась выбором сантехники. Да? То есть вот, в санузлы она купила тоже у нас. Да? А вот эту вот моечку китайскую она приобрела сама. Кстати, я такую мойку видел уже очень давно, но вот вживую вижу вот первый раз. И сейчас я покажу вам, как это все дело у нас тут работает. Итак, мойку китайцы сделали очень функциональную, да, помимо лоточков, которые здесь располагаются, да, в которых можно много, на самом деле, чего делать, там, размораживать и так далее, мыть чего-то. Здесь есть отдельная мойка стакана. То есть вот как в советское время, кто помнит, вот были газированные автоматы, да, и вот там были такие моечки для стаканчиков. Очень классная тема. Причем на форму, ну, прям такой вообще класс. Вот, здесь стоит у нас для питьевой воды, да, фильтр, и здесь у нас на смесителе, в основном она вытягивается, да, вот эта штукенция, можно в любую точку мойки дотянуться, вот, и есть включение воды на два режима, то есть здесь включается основной смеситель, и здесь включается, не знаю, вот такой вот водопад, сейчас я вам продемонстрирую это дело. Это у нас основной смеситель, да, который вытягивается, который переключается также на несколько режимов. А с другой стороны у нас есть вот водопад. То есть надо вам помыть какие-то фрукты, овощи, включили водопад и где-то получите. И отдельно у нас есть для жидкого мыла штука. Ну, в данном случае будет для моющего средства. Класс. Вот прям реально по функционалу прям класс.
Не знаю, конечно, как это будет использовать. Кстати, забыли еще показать. Второй момент, который у нас закрывает слив воды, да, то есть вот специально есть у нас переключатель, мы его поворачиваем и перекрываем слив для воды. То есть, если вдруг мы захотим, сейчас надо набраться еще, набрать раковину воды, да, мы его перекрываем. И вода начинает у нас набираться. Набирается водичка. И как только воды мы набрали, поворачиваем, и вся вода у нас убежала. Класс. Друзья, кухня у нас получилась очень функциональной. Все полезное пространство максимально у нас задействовано. Вот, например, вам под мойкой. Да? То есть, кажется, угловой шкаф у нас, но полноценно у нас открывается два фасада. То есть, вот один фасад открывается, видите, вот он прям очень большой угол открывания. И вот второй фасад открывается, и полноценно мы получаем доступ к пространству под мойкой. Да? И здесь у нас еще образовалось очень много места. Класс. Также у нас в кухне имеется полноценная посудомойка, да, все новенькие, люблю когда все новенькие. Вот. Под варочной поверхностью, как обычно, у нас нет здесь духового шкафа, потому что вся мебель у нас техника бытовая настроена, и вот она чуть-чуть дальше располагается, а под варочной поверхностью у нас также полноценно имеются тумбы для хранения. Вот, встроенная микроволновка и духовой шкаф, над ними точно также большая система хранения, да, у нас. Ну, прям места прям топ много. И полноценно большой холодильник. Вот. Подоконник сделан из такого же материала у нас, как и столешница, чтобы все было красиво в одном стиле. Также, помимо основных розеток, которые у нас расположены на рабочей зоне, у нас в столешнице, как и в спальне, есть блок розеток, который у нас выезжает из столешницы. Не нужно пользоваться, закрыли. И смотрите, одно еще из решений нестандартных в данном случае, это фартук, рабочая зона, да, у нас сделан из того же материала, что и столешница. Многие могут задаться вопросом, что якобы непрактично. Все здесь будет хорошо, если все нормально засиликонено. Но поскольку здесь у нас примыкание столешницы и рабочей зоны сделано с помощью силикона, соответственно, вода туда не сможет проникнуть, а, соответственно, материал не сможет у нас разбухнуть. Только, может быть, в каких-то редких, не знаю, исключительных случаях, но это мало очень вероятно. Все в одном цвете. Кстати, с подсветочкой, да, рабочая зона у нас та же подсвечивается. Нет, это ваша. Выключатель там. Настя! А где выключатель рабочей зоны? Так, не, он где-то здесь. А, вот этот здесь. Я думал, вы просто говорили, что сенсоры нет. Не делали сенсоры? Потому что обычно у некоторых стоят типа сенсоры здесь еще. Я тоже это все делаю из правильного того, что я могу все забыть. Поэтому на выходе из кухни, соответственно, на выходе из кухни. Все в рамках специфического моего мозга. Все ясно. Хорошо. Хорошо, спасибо. Друзья, еще один очень интересный момент под данной кухней, то, что мебельщики, да, сработали немножко нестандартно, они добрали недостающую часть у кухни. То есть вот у нас стоит холодильник в нише, да, вот, и осталось еще какое-то пространство, где они реализовали наподобие, типа карго и так далее, да. То есть карго это выдвижная, но вот здесь вот открывная, то есть система хранения, которая у нас открывается. Друзья, у нас осталась лоджия, да, и по лоджии у нас стоят большие окна, да, от пола до потолка. Вот, здесь у нас выравнивался пол, да, и делался кварц-винил, как и в остальных у нас помещениях влажных, скажем так, да. И ключевой момент по лоджии здесь то, что все стены по лоджии у нас отделаны ДСПФ цвет дерева, да, и также подоконник видим. Вот, по мне очень практично, недорогое решение, но при этом смотрится очень красиво. Вот. Все откосики, стенки, все в ТСП. Не надо ни равнять, ни красить, ни клеить, ничего. Заказали, установили, все, красота. Итак, друзья, вот такой интересный обзор получился у нас по двухкомнатной квартире.
очень много интересных моментов здесь, поэтому пишите нам комментарии, как вам вообще вот такая вот красивая наша квартира, как вам такой ремонт, какие решения вам понравились. Вот. А с вами, как всегда, был Андрей Лоскович, компания «Гранд Ремонт». До новых встреч!